Всем привет! Сегодня я хочу приготовить блинчики на кефире. Рецепт этих блинчиков я напишу в описании под видео. Кефир у меня комнатной температуры. К кефиру добавляю яйца, соль, добавляю сахар, хорошо смешиваю. Добавляю в кефир соду и даю ей немножко погаситься в кефире. Теперь добавляю просеянную муку, смешиваю хорошо, добавляю муку частями за два раза. Один раз хорошо смешала и теперь добавляю оставшуюся муку. Хорошо сразу разбиваю комочки. Тесто получается достаточно такое густое сейчас. Хорошо смешала. Теперь сюда добавляю кипяток. И сразу все хорошо смешиваю. Делаю заварное тесто для блинов. И еще сюда теперь добавляю растительное масло. Опять все смешала. И тесто для блинчиков готово. Оно получается достаточно густое. И сейчас уже будем выпекать блинчики. Сковородку я хорошо нагреваю. Смазала ее растительным маслом. Я так думаю, что больше мне масла не пригодится. Я больше смазывать им не буду. Еще раз хорошо смешиваю тесто. Надеюсь, что первый блин комом не будет. Беру небольшое количество. Думаю, минутка, и можно будет переворачивать. Вот такие красивенькие получаются. И уже сейчас сковородку я не буду смазывать растительным маслом. Единственное, что нужно, это сделать огонь больше. Все, друзья, блинчики готовы. Сейчас я для них сделаю вкусную начинку. Она у меня будет из творога. Потом я их обжарю, выложу в блюдо, залью сметанкой и отправлю в духовку. Блинчики буду сейчас начинять творогом. Он у меня крупнозернистый, поэтому я его сейчас смешаю немного блендером. И добавила сюда ваниль. Часть блинчиков я сделала с творогом, отправила в духовочку. А вторую часть будем смазывать сливочным маслом или сгущенным молоком, ну кому как нравится. Блинчики по этому рецепту получаются очень нежные, мягкие и вкусные. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои другие рецепты. Всем пока-пока!